Я наш брак с Наджелом перечисляю к успешным, потому что благодаря моей мудрости, в первую очередь. У него есть много такого детского сада, когда человек просто ведет себя не очень, так сказать, мягко говоря. И, с юмором с ним можно, в принципе, когда с ним с юмором можно, в принципе, ужиться, не зацикливаться на его таком детском саде, вот. Потому что он мне дорог, я его приняла, он такой у меня. Вот у меня такой муж, все, такой детский сад, время от времени, и то не часто, или через раз, или через день, или два раза в неделю. Вот он у меня такой, все люди разные, кто готов мириться, то есть кто готов принимать, каким есть, кто не готов, это личное дело каждого. Но я наш брак причисляю к счастливым и успешным. Наш брак успешный, да, у нас успешный успех. У нас свои ситуации в отношениях, свои моменты, свои, можно сказать, сложности, свои недочеты, но у нас успешный успех, успешный брак. Ставьте лайк, кто согласен, потому что мы можем посмеяться, мы можем пошутить. У нас счастливая жизнь, у нас успешный успех. И вот Марьям будет обесценивать каждый раз. И кому интересно, есть у меня стрим про щедрость моего мужа. Там просто у кого есть вопросы, какие можете посмотреть стрим про щедрость мужа британца. Такая, просто отдельная тема. Поэтому. А Марьям постоянно обесценивает жен, вышедших замуж. И там работает жена, не работает. Кто как договорился, кто как решил. Она постоянно обесценивает жену замужнюю за границей. Например, кто-то куда-то выехал. Она постоянно будет это обесценивать. Постоянно, в каждом, через видео, раз в неделю. Или когда она говорит о какой-то жене, какого-то жене иностранца, наш из пост СНГ девушка, страны, вышла замуж за иностранца, она все время будет обесценивать, что ее роль тут, ее нет здесь роли успеха. Успеха в этом браке только деньги, что вот она вышла замуж за кошелек. То есть вот это постоянное обесценивание, мне уже уши вянут, это слушать. Постоянное обесценивание роли жены, успешной жены, успешного построения брака. Ставьте лайк, кто согласен. Так, идем дальше, ребятки.